Педагоги дополнительного образования – люди творческие, увлеченные своим делом. Одни открывают перед детьми мир технических возможностей, другие делают акцент на изучение дорожных знаков. Но в целом каждый старается гармонично развивать ребят. В этом году 8 конкурсантов и только один победитель – тот, кто будет представлять Одинцовский район на областном фестивале. Любой профессиональный конкурс – это огромный рост над собой. Участвуешь, смотришь на других людей, смотришь на свою работу под другим углом, ищешь какие-то особенности, чтобы можно было показать, и поэтому растешь профессионально. Участники не только представляют на конкурс свои педагогические разработки, они также должны провести занятия, подготовить визитную карточку и защитить свое кредо. Елена Авдеева с трудом скрывала волнение проводить урок с незнакомыми детьми, да еще под пристальным наблюдением жюри – непростая задача. Волновались и они, и я, потому что работая с чужими детьми, никогда не знаешь, как они будут отвечать, как они будут на меня реагировать. Поэтому волнение присутствовало. Но то, что первая была, наоборот, было легче. Я не успела разволноваться совсем. Педагоги дополнительного образования неоднократно подтверждали звание лучших не только в области, но и России. Так, в прошлом году Наталья Горчакова стала бронзовым призером всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». И в этом году вновь наши профессионалы на вершине пьедестала. Вы знаете, а в дополнительном образовании, я думаю, что по-другому нельзя. Работают только энтузиасты. Потому что в отличие от общего образования, да, у нас все-таки детки приходят на педагога. Они приходят для того, чтобы найти себя. И остаются только в том случае, если им интересно. Пока конкурсанты только в начале пути, и многое предстоит пройти, чтобы стать финалистом и побороться за звание лучшего в своем деле. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».